Самыми востребованными работниками в России стали сварщики и слесари-электрики, как показали результаты поиска на специализированных сайтах. На одно резюме специалиста сварочного производства приходится 300 вакансий. В случае со слесарем-электриком на одно резюме такого специалиста приходится 399 вакансий. Наймали не хватает рабочих кадров по видам экономической деятельности сразу в нескольких сферах, начиная со строительства и заканчивая образованием. Кроме того, иманский рынок труда нуждается в водителях автомобиля, электрогазосварщиках, малярах, инженерах, монтажниках, электромонтерах, слесарях по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Не хватает также плотников, каменщиков, остальных работников строительной отрасли, поваров, врачей и учителей. Владея этими профессиями, в регионе можно легко найти работу. Окружной банк рабочих мест готов предложить 8109 вакансий, из них 57% по рабочим специальностям.